Привет, друзья! Я по-прежнему вижу достаточно много людей, которые пишут где-либо о выходе новой карты, и когда же она наконец выйдет. Так вот, я хочу сказать, что делать этого не стоит, потому что карта в этом году не выйдет. Не думайте, что я какой-то пессимист, либо хейтер провинции, я скорее реалист и смотрю на реальные факты. Также у меня есть вполне обоснованные доказательства. Если не верите мне, то просто посмотрите рационально на факты. Вы, конечно, можете сказать, что это и так очевидно, и знаете, я с вами согласен. Но тем не менее, есть достаточно людей, которые этого не понимают, поэтому давайте разбираться. Что мы вообще имеем? Я напомню, что под словом «новая карта» понимается не просто новая карта, а глобальное обновление, которое принесет с собой, по сути, абсолютно новую провинцию. Как раз новой картой, худом, системами, работами, экономикой, общественным транспортом и многим другим. Подробно рассматривать мы это не будем, потому что вдруг люди это зафорсят. А когда карта выйдет и там не будет чего-то конкретного, а именно так может и случиться, потому что никто не гарантирует, что все заанонсированное будет именно на релизе, люди будут устраивать бунты, почему не добавили ту или иную систему, вы же обещали. Так вот, это будет большое глобальное обновление. А еще я напомню, что уже скоро зима. Да, только начало осени. Но поверьте мне, время пролетит очень быстро, и крайний срок, когда разрабы должны будут включить зимнюю версию карты, это 20 числа декабря. Также после выхода обновления, а тем более такого большого, стоит сделать запас как минимум в 2 месяца, для того, чтобы все наладить, пофиксить все баги, а еще чтобы люди привыкли к этому обновлению. И да, вы должны понимать, что на релизе в любом случае будут баги и недоработки, потому что 50 тестеров – это ничто по сравнению с 20-тысячной аудиторией, которая сразу же найдет массу багов. Зная эту информацию, мы отнимаем от 20 декабря 2 месяца и получаем 20 октября. Это крайний срок, когда может выйти карта в этом году. Но даже в этот срок она не выйдет, потому что, во-первых, не было каких-либо крупных анонсов на эту тему. А во-вторых, будет осенний пропуск, а также планируется ряд обновлений до конца этого года, поэтому я точно могу сказать, что разработчики не планируют выпускать карту в этом году. Когда она выйдет, да понятия не имею, и вообще бессмысленно рассуждать на эту тему. Я могу лишь предположить, что они хотят выпустить карту на десятилетие провинции, то есть в марте 2024 года. Но это опять же просто предположение. И напоследок я хочу сказать одну очень важную вещь. Карту анонсировали в 2019 году. За это время я успел закончить школу, пойти в колледж, закончить колледж, получить права, устроиться на работу даже. И я думаю, что пока выйдет карта, я успею купить себе машину. Мне, конечно, очень хотелось бы этого. Так вот, это я к тому, что не стоит сидеть и сутками напролет просто ждать карту. Знаете, смотрели фильм «Запах женщины»? Так вот, там была одна фраза от Аль Пачино. За минуту можно прожить целую жизнь. А то 4 года, ребята, поэтому не ждите карту. Просто забудьте и живите свою прекрасную жизнь. Карта рано или поздно выйдет, и для вас это будет приятной неожиданностью.